селе Браштяны Рыбницкого района новый председатель сельского совета, глава администрации села. По итогам выборов эту должность получил Владимир Филиппович Васкан. В соответствии с протоколом об итогах выборов Браштянской территориальной избирательной комиссии на должность председателя совета главы администрации села Браштяна было зарегистрировано два кандидата со следующими результатами. За Васкана Владимира Филипповича проголосовало 105. За Иордатия Виктора Григорьевича проголосовало 86 избирателей. В соответствии с подпунктом А, пункта 2, статьи 89 Избирательного кодекса ПМР, Васкан Владимир Филиппович, набравший наибольшее число голосов, принявших участие в голосовании, признан избранным председателем Совета главой администрации села Браштяны. На внеочередной сессии горсовета депутаты единогласно проголосовали за признание полномочий народного депутата по 73-му избирательному округу Рыбницкого городского и районного совета народных депутатов 24-го созыва Владимира Васкана. Председатель Рыбницкого горсовета Вадим Лазовский вручил ему удостоверение и значок депутата. Также решением сессии Владимир Васкан был включен в состав постоянной депутатской комиссии по образованию и культуре.